Итак, всем привет, Арсений, магазин Тукэмп. Извиняюсь за такую озвучку. Камера что-то забарахлила, звук не записала. Будем разбираться. Итак, у нас зима. Вот, сходил в лес я. За дровишками, скажем так. Вот. Притащил их, но не до конца дотащил. Вот, многие уверяли, что самое надежное крепление санок — это заливерсы. Вот, в предыдущем видео ссылочку найдете в описании. Вот, много комментариев о том, что зачем я заморачивался, делал тяжелую обвязку по всему периметру. Вот, ну, на этих санках решил не делать такую обвязку и сделал просто заливерсы. Ну, вследствие чего, пока ехал там немножко под горочку, наскочил на какой-то сучок, пенек, вот, и получилось то, что веревка осталась вместе с люверсами у меня в руках, а санки где-то позади. Вот. Ну и со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами. Хотел вначале просто санки выбросить, вот, купить новые, а потом думаю, до корыта вроде само еще ничего походит. Вот, и решил сделать обвязку, как я это делал в предыдущем видеообзоре. Вот, для этого мне понадобилось веревка новая, вот, получается, подлиннее, шуруповерт, сверло я взял десятку, веревка у меня восьмерка, вот, многожильная внутри там получается, вот, и по всему периметру засверлил отверстие, вот, ну, сейчас, в принципе, все это будет понятно, ясно, конец веревки обжигаю, чтобы легче было ее протягивать. Ну и, в принципе, приступаем к самой сверловке. Да, вот показываю, веревка какая у меня. Засверливаю, получается, по 6 отверстий с каждой стороны. Ничего сложного, но это значительно разгружает носовую часть самих санок, что, в принципе, и хотелось получить. Веревка, один узел у нас получится сзади, вот, то есть цельная по всей длине, без каких-то бы ни было завязочек. Веревку делаю подлиннее, чтобы можно было санки не руками тащить, а перекинуть, допустим, через плечо. Тем самым освободить руки и спокойно наслаждаться природой. Вторую сторону засверлил симметрично. Отмерил нужную длину веревки.
На спине обычно простой прямой узел. Переднюю часть, естественно, я немножко потом заделал клепками. Вот. И, кстати, да, вот эти петли, которые у нас от веревки сверху остались, за них удобно цеплять вот эти резинки-крючки, чтобы с пластика они не соскакивали. Вот. А здесь они будут стоять достаточно прочно и уже никуда деваться, выскакивать не будут. Меня это не раз выручало уже. В принципе, все. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, рекомендую.